Триумф трудолюбивых, талантливых и целеустремленных людей разделяет вся страна. Такое заявление сделал сегодня президент во время церемонии вручения государственных наград. В Дворце независимости собрались около 40 представителей практически всех важнейших сфер жизни государства. Александр Лукашенко во вступительном слове подчеркнул, труд каждого из присутствующих в зале важен для страны, и пример тех, кто сегодня в зале, должен стать ориентиром для всех. Я хотел бы обратиться ко всем белорусам и выразить признательность прежде всего представителям производственной сферы. Благодаря вам продукция под маркой «Зроблена в Беларуси» высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Сегодня мы благодарим за труд белорусских ученых. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, они создают технологическую основу развития Беларуси. Высоких наград и званий удостоены деятели культуры и искусства. Творческие проекты многих отечественных музыкантов, вокалистов, художников, кинематографистов иногда являются золотым фондом, национальным достоянием Беларуси. Приветствую также атлетов, которые пополнили ряды заслуженных мастеров спорта. Прославляя страну своими победами, вы объединяете всех нас в самом искреннем чувстве, чувстве национальной гордости. Профессионалы, представленные к наградам, это ордена за службу Родине, почета и Франциско Скорина, а также присвоенные звания заслуженных артистов, деятелей культуры, науки, образования, промышленности, сельского хозяйства, спорта.